Всем привет, ребята! Как мы сегодня играем в игру? Сябот. Токио. Это из Синкансен 0. Погнали. Это сотовое по поводу выход 8. У них уже вышло. Выход 8.2, а это уже, видимо, выход 8 в самолете. Но условия мы знаем, найти аномалии, пройти туда. Погнали. Да. Звуки везения прямо в самолете слышны. Ой! Чё это такое? Они? Ага. Ебать, если я буду каждое место в самолете. Бляха! Если буду каждое место в самолете обыскивать, отвечай, это будет очень долго. А что тут делала, кстати? И зачем я брала трубку, чтобы положить ее назад, я? Зачем я это делал? Блин, я думаю, машина. Знаете, что вот не хватало написать? Pacific Drive. Еще место в самолете. Так куда мне все-таки идти-то? 7 выходов. Угу. Так же, как и в другой игре. Это я все помню. Опа. Телек. Здорово. 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 Блин, это вообще неудобно смотреть, тут есть тут самолет или нет. Иногда можно пропустить, поэтому хожу вот так. Потому что тут, по крайней мере, можно хотя бы увидеть кого там. Ага, сидят. Блин, вообще неудобно идти вот так вот и смотреть на все несколько сторон самолета. Так, запоминаем. Ага, вот это 1, 2, 3, тут это самолет, вот этот телек смотрит на меня, и тут один, два и бла-бла-бла. Ага, и наверху портфель. Может, впереди будет ой как сложно. Офигеть, я не пройду вперед, бля. И будем искать так все аномалии. Бля, я котик не помню. Телек, все в порядке? Когда тебе будет дорисовывать несколько глаз и офигенную пару рук, это будет так страшно, пиздец, отвечаю. Конничо. Привет, здорово. Нанищерно? Тут не так? Мататане. Мы опять встретились. Они-сан, мы гейму шли. Так, значит, мы тоже играем в эту игру, братик. Ну, наконец-то. Мы ведь так вкусно. Еще и сестра все еще просыпается. Вкусно бы, я не сдал. Она все еще спит. Спит. Но я очень рад, что теперь мы будем играть вместе. Мы все знаем правила. Давай скажем нет. В этом деле все просто. Если какие-то аномалии в вагоне, переворачивайся назад. И все просто. Да? После того, как закончить игру. Нужно дойти до вагона под номером 0 и нажать на тормоза, в кабине машиниста. На этом уровне в вагонами обычно нет никаких аномалий. Все понял? Да. Да. Отлично. Тогда увидимся в конце. А, значит, все это время будешь не ты, да? Угу. Так, все. С этих пор игра начинается. Так, вот в этих тамбурах сказали, аномалий не бывает. Вот в этих тамбурах он имеет в виду. Бля, все еще 7. Вы измените? А, вот он, наверное, официальная игра. Так, тут так за котик, все так сделано, погнали. Ага. Кстати, я не играл в выход 8.2, я эту игру пропустила. Нет, все так за. Ага, идет. Де, надеюсь, найди. Для каждого тут запоминать не очень удобно. А тут везде было по 2. Мне кажется, тут было 3, а не 2. Здесь не было 2, здесь было 3. Ну-ка попробуем назад. Стой там кто-то был. Или нет, или тут было 2.
тут не так. Давайте назад повернем и пойдем как раз. Да, заеби! Мини-намек. Но вообще намек был в другом. Я додумал, что тут два, и поэтому ушел в другое место. Оказывается, не в этом было дело. А в чем было тогда дело? Я что, каждый сантиметр должна обыскивать? И, кстати, получилось. Я в пятый УЗ. Блин, я не могу козы обыскивать, это немного проблематично. Тут наверняка что-то есть, но искать надо очень долго. Ну, во-первых, мультиугана не то, а где была аномалия, здесь, это хер знает. Так, портфель был, ручка на нем была, зачёска тоже. Тут было ли было не 35, это я не помню, 10 этого тоже не помню. Давай посмотрим, будет ли у меня следующий цикл. Если нет, проебалась. Тебе-то нормально, чувак? Что это такое? А, протек самолет. Как за ней очевидно. Ой, мама! Ой, 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 ой! Вода автоматом это место мимо проникает. Пиздец, и меня чуть не затопило. Ей. Я убью аномалию, если мне прямо в голову, прямо тыкнут ею. В хлебало. Тогда увижу. А так не увижу нихера. Так-то так за нас 16-е, ага. Ничего не меня, мочка. Рукастый, блядь. Забавно. Иваха, вот когда мне прямо в глаза тыкают, вот это я замечу. Смотрю внимательно. Внимательно смотрим. Котик, тут понятно, это Wi-Fi. Или Wi-Fi здесь был написан вроде. Возможно, я и проебался, возможно, нет. Возможно, это все унумали. И годноид. Так, 16-й, тут то же самое у тебя. Ага, ничего не меняется. По-моему, там что-то круглое залезет вместо чемодана. Или там чемодан округлел. Ой, там вообще какой-то телек сидит. А, там вообще белье лезет какое-то. Ну ладно. Только в глаза мне, пожалуйста, тыкайте, чтобы я точно видела. А так мне так я легко пройду. Ага, у всех теперь еда лезет. Я взяла номер для ублюдков. У меня не должно быть, если еды. Бля, заебись, когда они прямо тыкают в ебало, где находится, а туда, где тю нет. Вот это удобненько. Но аномалий в предыдущей части было гораздо больше, чем здесь. Здесь я их практически нормально вообще не ощущаю. Вот тут телек менял всего один раз. Один раз. Не два, не три, один раз. Аномалии слишком слабые стали. Ничего это так упорно не ощущается. Зости нету. Дити тоже нет, который я так люблю. Обожаю просто. Угу. И женщина что-то не изменилась.
Застёжка всё так же на чемоданчике. Может, он не посередине, типа? И хера знает. Все равно будет у нас там три все равно. Бля, приебал с деда. Ничего не увидела. А где? Ну так, за Wi-Fi это, ага. Котик. Прикольно, что меня отбрасывает сразу на эту. На следующую. То есть на следующую. Не сразу с нуля, как в предыдущей части. Там было ребать как сложно. Боюсь, если найти хоть одну аномалию, и сразу все заново. А тут-то сразу все здесь. Так что здесь удобненько. По-моему, он сатается. Я-я-ям, сатается. Такого не было. Если ты вернемся обратно. Потому что меня его запугает, что он тут сатается. Вроде не должен сататься. Что-то девка у нас ни разу не менялась. Вообще. Сейчас прольется на свет и затопит нафиг все. Я чуть не затопили самолет, а? Чуть не затопили самолет. Ну искать эту логику не надо, это за мои любимые аномалии. Они сгрузаны. Они не были сгрузаны. Это единственное, что я заметила. Все, последняя аномалия. Если я проебусь опять все заново. Не, тут аномалии слишком слабые стали. Ранцы были куда зуще. Хотя я не играл в выход 8.2. То есть выход 8.2, это я не играл. Тель, ты даже не изменился. Ты тут нахера вообще? Вообще нету изменений. Изменений нету вообще. Так, тут вроде нету изменений, тут тоже. Самолет такой же. По-моему, тут день какая-то была. А. Они вроде не были наполовину закрытые. Они не были наполовину закрыты, они были полностью открыты. Не пиздите, я запомню. Наверное. Нет. Они наполовину не были закрыты. Этой игре не хватает зести. Я больше зести люблю. Но тут более на наблюдательность игра. Все, последний выход. Выход 8.0. Да вроде на слайва, нет? Ах, нифига, надо найти то ли лестницу, то ли название. Выход 8. И выход 0, выход 8. Ага, ты на 16-й, опять ты не меняешься, телек. Ты заеба. Заебал Уза. Бомбл заебал, заебал бомбл. Так. Ага, кроме как трясущиеся окна, тут ничего вообще не меняется. Девку вообще не изменил за весь день. Она так на 4, он так на 16. Не знаю, было ли золотая хрень, я вообще ничего этого не вижу. Тут вообще ничего нового. Гонщик? Написано гонщик? Следует до станции. Да, так же. А мне впадло было за ничего не переделать под страстную. Блять, я. Блять, ты думал, что этот косон так резко цвет поменялся у нее. Да. Последний выход остался. Нулевой, но это самый финальный, последний. Так, котик. Не слишком слабые стали. Аномалия вообще не ощущается никак. Вот этот херок не изменился ни разу, и тот на меня беззал, было реально зутко. А тут... А чё не сатаются-то? Чё не сатаются-то? Дичь вообще перестала быть. Открой! 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 Обыграем это использование поездом Синкансен. В данный момент мы были вынуждены остановиться из-за происшествия на путях. Ага.
К сожалению, мы не можем точно сказать, когда движение возобновится. Приносит свои изменения за неудобство. We have stopped momentarily due to an injury. There is no plan for the train to stop at this moment. Please excuse the delay. Мальчика я так не встретила, кстати. Меня наебали разработчики. Чё? Это не всё? О, вот ты где. И? Какая сцена? Ну чё стоишь? Чё молчишь? Ну скажи что-нибудь. У тебя будет скример. Не знаю, он так долго стоит, ничего не говорит. Ну скажи что-нибудь. А вот. Прости, ты потрясающий. Спасибо. У тебя получилось. Да. Что случилось? Почему ты так выглядишь? Почему, чё? Почему ты так оглядываешься? Ты подумал, что кабина машиниста уже здесь? Вот, честно. Ты же знаешь, что у Садикана есть зеленые вагоны. Братик, ты же знал, правда? Ну, приехали, и где, когда? По-твоему, кабина машиниста? В общем, она сразу за зелеными вагонами. Я говорил, что кабина сразу после вагона под номером 0. Когда я говорил, что нулевой вагон, конечно же, я имел в виду нулевой вагон зеленой зоны. Чё? Но, может, мне стоило объяснить получше. Стоило! Эти правила немного изменились. Не запутаешься? Ага. Теперь, если видишь аномалии, то просто иди вперед. Ага. Если все в норме, поворачивайся назад. Не будь очень сразу, если ошибешься три раза, то за тобой явится призрак. Я ближе к тебе, братик. Эй, братик. Как думаешь, почему мы застряли здесь? Разве это не странно? Это не важно. Давай закончим эту игру. Увидимся. Окей, реально. Вот это поинтереснее теперь стало.